всех подписчиков и зрителей на канале. Продолжаем обзоры спортивной обуви. Сегодня рассмотрим Jordan Prime 5 Laser. Очередная баскетбольная модель одного из лучших баскетболистов планеты Майкла Джордана. Выпущена модель в 2010 году. Вдохновение из прошлого с лазерной версией. Впервые технология с применением лазерного принта была представлена в 20-х Джорданах. Jordan Prime 5 – это гибридное слияние Air Jordan 1 Alpha с культовым Air Jordan 5. Расцветка имеет черный верх с тональной лазерной печатью по всему верху. Коллаж графики является данью уважения к наследию бренда Jordan. В ночное время рисунок отражается в металлическом серебре. На шнурках есть массивный элемент, это фиксатор для максимального удобства. Идеально подходит для регулировки шнурков в любой длине, как будет удобней. Язык соединен у нас фиксирующими резинками с внутренней частью кроссовка. Также язык у нас рефлективный. Рефлектив у нас на всей площади языка. Также на языке имеется свуш Джампмена. Также свуш Джампмена у нас на заднике кроссовка. Внутренняя подкладка из текстиля выполнена в красном цвете. Подошва классическая, резиновая, с модулем зум в пяточной части. Прошиты кроссовки капроновой нитью по всей площади. Низ кроссовка выполнен также в красном цвете. Носить рекомендую осень-весна спортзал. Прекрасные баскетбольные кроссовки. Цена 9000. Еще одни необыкновенные интересные решения в линейке Jordan. С вами был Серега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.